Всем привет! Это видеоверсия сайта военноедело.ком. Адмирал Касатонов проведет стрельбы в Баренцевом море. Первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», изготовленный по проекту 22-350, вышел в Баренцево море с целью провести артиллерийские стрельбы по береговой мишени. Также в целях проверки систем противовоздушной обороны фрегата будет произведена необходимая серия испытаний. Данную информацию сообщает официальный представитель Северного флота. По заявлениям представителя, адмиралу Касатонову предстоит отработать маневрирование в полигонах подготовки Северного флота, а также осуществить буксировку однотипного корабля. Испытания нового корабля «Адмирал Касатонов» были начаты 20 ноября и включают в себя несколько этапов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.